Привет всем. Прошу прощения, немножечко задержалась. Боже, сколько сразу смеющихся смайликов. Что это такое? Привет, привет. Эфир, надеюсь, сохраню. Блин, забыла кое-что удалить, чтобы было больше места. Но, надеюсь, сохраню эфир и смогу его выложить на YouTube. Я сегодня предлагаю вам вместе со мной в эфире порисовать вот такого замечательного зайчика. И хочу добавить к нему что-нибудь, не знаю, пасхальное. Может быть, яички или вербу, или что-нибудь, в общем, такое, что будет подсказывать нам о празднике. Посмотрим в процессе, что придумается. Так, только вот где б его мне рисовать? Расскажите, друзья, как вы проводите праздник? Я, наверное, музыку не буду включать, чтобы Инстаграм меня не пытался выкинуть. Так, ну что, начинаю рисовать нашего пушистого прекрасного кролика. Ничего тут суперсложного нет. Шарик-шарик. Два огурчика. И все. В общем, смотрите, давайте немножко расскажу процесс. Можно и нужно, если у вас недостаточно опыта, сразу пометить, где у вас будет верх, низ, право, лево. Приблизительно можно пока на глаз тренировать заодно глазомер таким образом. Я обычно этого не делаю уже сейчас, раньше делала. Я имею в виду отмечать эти границы все. И когда у нас есть отмеченные границы, можно их померить, прям пропорции взять вот так вот карандашик, померить ширину, померить к высоте, сколько раз смещается. Но в общем, я этого не делаю. Вам рекомендую, если опыта у вас нет. Я делаю все просто на глаз, приблизительно. И стараюсь практически всегда больше передать именно характер, настроение. Ну и, соответственно, добавить какие-то интересные акварельные эффекты. Вот говорю, шарик-шарик, смотрите. Оп-оп. Раз шарик, два шарик. На самом деле кролики для меня достаточно такой знакомый зверь. У нас когда-то жил кролик. Я не очень люблю этих животных, как домашних. Не особо. Он меня впечатлил в итоге. Но они, конечно, очень фотогеничные, очень милые, очень такие няшечки, пушистенькие, прекрасные. Что-то, знаете, вот честно скажу, у меня сегодня настроение такое очень легкое. Я сейчас еще погуляла, и вообще мне так как-то не настроена я на какой-то серьезный разговор с вами. Поэтому давайте я буду в процессе рисовать что-нибудь, где-то чуть-чуть комментировать. Но если у вас возникают какие-то вопросы по строению, по расположению деталей каких-то,
Если вам что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте. Я буду пояснять, объяснять, рассказывать. Тут у нас цветы. Цветы я рисовать буду пока не буду, буду только в акварели делать, скорее всего. Милашка, кролик. Ну и, соответственно, по цвету тоже, да, потом, когда акварели начну, если какие-то вопросы будут возникать, спрашивайте. Все отвечу, все расскажу, все, что спросите, на все отвечу. Привет, кто присоединяется. Такой очень лайтовый, прям вообще расслабленный эфир, как мне кажется, по настроению получится у нас с вами. Вот, собственно, раз кружочек получился, тут два кружочек, три кружочек, четыре поменьше кружочек. Примерно можно ориентироваться, где находятся одни точки относительно других, да, то есть если глаз здесь, где вот этот находится. Они не должны, ну, то есть не всегда они будут на одной линии находиться, точнее, нет, не так говорю, не всегда они будут находиться на прямой линии, параллельной листу. То есть есть у нас перспектива, и, соответственно, если кролик немножко повернут, ну, вообще любое животное чуть-чуть отвернут от нас, то, соответственно, перспектива, линия перспективы будет немножко смещаться, изменяться, и, соответственно, и вот эти линии тоже у нас могут меняться. Ну, то есть они, как видите, здесь становятся вот такой, эта линия, и, соответственно, все остальное тоже начинает подчиняться. Вот эту линию проще простого найти, ну, также карандашом. Приложить карандаш к референсу непосредственно и посмотреть, какое направление. Так, ну у меня прям щекастый кролик получается такой. Ну и пусть. Я, как видите, делаю его не в полный рост. Больше такой портрет. А еще, он здесь белый, с маленьким пятнышком на носике. Вот я сделаю немножко другой окрас, я хочу его сделать поярче. Он тоже будет белый, но я, наверное, ему уши сделаю потемнее. Ну и нос тоже. Вот, собственно, сам кролик набросался. Я, наверное, чтобы было поинтереснее, а то, мне кажется, слишком просто. Добавлю сейчас еще одного персонажа. Вот, прям очень предсказуемого на самом деле. Сейчас найду. Кто тоже рисует, расскажите. Подвигаю рукой, чтобы вы не подумали, что все зависло. Так. Сейчас я выберу красавчика ему в пару. Будут они вместе. Красивые. Самые милашные, какие только можно.
Только начинаю учиться, тренируюсь на несложных пейзажах. Класс, это здорово. А только начинаете учиться вообще рисованию или акварели отдельно, конкретно? Так, наверное, вот это малыша, прям такая стоковая картинка. Сейчас, смотрите, я сейчас сразу сохраняю на доску в Pinterest эту картинку. И себе тоже. Отрабатываю технику на черновиках. Здорово. Вот такой у нас сосед будет. Прям просто милота-милота. Мне кажется, это вообще... Инстаграм у всех, кто это нарисует и выложит, должен просто взорваться после публикаций. Так, ну тут у меня шов, поэтому я немножечко его сдвину левее, чтобы глаз не попал сюда. Ну, вообще какие-то мелкие такие детали. Сейчас посмотрю, как его лучше. То же самое, смотрите, также голова это шарик, тельце тоже шарик. И немножечко деталей. Так. Мне хочется, конечно, больше сделать упор на какие-то фактуры, нежели на сам рисунок, на какие-то акварельные эффекты, потому что их пушистая шерстка. Очень давно хотела попробовать, а тут карантин. Это вообще, мне кажется, сейчас золотое время у людей, потому что все, наконец, пробуют и делают то, что долго откладывали. У меня та же история, но с работой. Я год просидела без нормальной работы сайта, и вот, наконец-то, занялась этим. Рисую, практически не рисую сейчас, очень мало. В основном рисование у меня только для курсов, когда записываю. Но, тем не менее, я очень довольна тем, как проходит мой карантин, потому что он проходит очень продуктивно. Так. Это здорово, что вы нашли время и проводите его с пользой. Так, ну вот как-то вот так. И ладно, немножко намечу сейчас цветы. Цветы вообще можно по-своему какие-то придумать. Даже не обязательно, знаете, как-то вырисовывать очень детально. Можно просто набросать какие-то абстрактные фигуры, ну, как мне кажется, вполне они будут хорошо тоже смотреться. Ой, ну прям вообще такая девочковая картиночка, ух, милота. Ты знаете, мне напомнило, что, ну вот этот момент, когда цветами закрываешь лапки, это когда
учишься рисовать и не знаешь, как, там, например, руку нарисовать правильно, не получается какой-то, какая-то деталь, какой-то момент, и начинаешь придумывать там то карман, рука в кармане, то еще что-то. И вот тут похоже, что раз, так лапки прикрыл. Здесь тоже, оп, вроде прикрыл, красивенько, хорошо. И вроде как и не нужно заморачиваться. Так, ну вот такие у нас товарищи. Я очень рада, что вас вдохновляет рисование со мной. Мне это очень приятно. И, собственно, для этого-то и делаю, чтобы люди, те, которые хотят уходить в творчество, ну, не то, что уходить, а в свою жизнь носить творчество, именно изобразительное искусство, чтобы люди не боялись и делали это, потому что это прекрасно. Так, ну что, приступим к цвету. Не знаю еще, что из этого получится, как всегда. Как всегда, все непредсказуемо. Акварель, материал со своим характером, как капризная барышня. Сегодня ему все нравится. Ей. Завтра уже нет. Ты уже начала рисовать, только пробую. Супер. Пробуйте. Обязательно пробуйте. Пробуйте все. А, не туда мазнула. Пробуйте все. Видите, лист мазнула сначала водой. Теперь по сырому работаю. Конечно, гранулирующие краски очень спасают, когда работаешь с шерстью. Сейчас кажется, что все как-то не очень понятно. Ой, тут я даже не видно. Кажется, что не очень понятно, и какие-то пятна все размыты, но это все подмалевок. Он будет видоизменяться еще в процессе, поэтому не пугайтесь. Такие темные ушки хочу забросила после операции, начали вдохновлять. Ну, извините. Все же не просто так в нашей жизни происходит. Обратите внимание, как легко
рукой двигаю, то есть я не вырисовываю сейчас сложных деталей, каких-то пятен. Я все так хоп-хоп-хоп стараюсь в легкой манере, в такой очень непринужденной все делать. Попробуйте тоже так поработать. Это по-сырому. Вот эта работа по-сырому сейчас идет. Мне очень нравится смешивать эффекты, то есть и по-сырому. Ну, последнее время мне стало это нравиться, скажем так. Раньше я больше по-сухому работала. А в последнее время мне стало нравиться смешивать два этих момента, две техники. То есть по-сырому закладывать какие-то пятна, и потом по-сухому где-то прописывать детали. Тут, конечно, гранулирующие краски очень помогают, потому что они дают красивый фон, красивую подкладку, а потом поверх, когда начинаешь прописывать детали, они, вот эта подкладка вот такая разбитая на частицы, она очень красиво подсвечивается, насквозь светится, и это, ну, здорово это смотрится. И вообще даже вот сейчас, обратите внимание, сочетание по-сырому работа прошла. И, ну, то есть пятна, да, видно, что они размытые, что много воды было. И рядом положила пятна по-сухому. И вот на контрасте вот этих, даже просто контраст границ. Здесь четкие, жесткие границы, здесь размытые, плавные границы. И вот это уже смотрится интересно. Поэтому давайте сегодня у нас, знаете, будет как бы тема этого эфира, если говорить там о каком-то обучающем процессе. Темой будет совмещение техник по сырому и по сухому. Вот попробовать. Задача для нас, для всех на сегодня попробовать эти две техники совместить. Поработать. Какой гранулирующей краской я пользуюсь? У меня есть от Ван Гога Оксид Блэк. Это более бюджетный вариант. И у меня есть гематит от Daniel Smith. Это более дорогой вариант. Они очень похожи между собой. Они дают вот такой эффект. Та и та. Можно, если вы не супер активно работаете с акварелью, ну, имею в виду, вообще рисуете, да, не так много, и, например, не хочется вам много сейчас финансов вкладывать, да и, может быть, в условиях наших и не стоит слишком много вкладывать. Ну, в общем, можно Ван Гог взять, он бюджетнее получается гораздо и совершенно не хуже, чем Daniel Smith.
Посмотрите, я темные акценты добавила. И сразу как заиграла. Сразу контраст появился. И совершенно по-другому стала восприниматься эта часть рисунка. Глаз специально не трогаю, хочу его нормально прорисовать потом. У меня, кстати, есть еще особенность. Я всегда перед работой готовлю себе большинство кистей, которыми я планирую работать. И в итоге работаю практически всегда только одной. Редко, там, за редким исключением, могу взять еще какую-то. Вот сейчас возьму. Ну, естественно, там есть какие-то мелкие детали, например, глаз нужно прорисовать. Я возьму мелкую кисть, соответственно. Ну вот смотрите, у нас прошло 27 минут, и уже половина работы сделана. Осталось добавить детали, добавить где-то каких-то акцентов, прорисовать некоторые моменты. Я думаю, может как-то усложнить еще. Я вот только забыла зеленый добавить оттенок, листья прорисовать, пока было сыро. Прям вообще кролик с открытки, мне кажется. Знаете, как популярные сейчас. Да уже не сейчас, давно они. Популярны вот эти открытки. С такими зверюшками. В цветах. Это вот из той же серии. Я забываю, простите, забываю, что не все вмещается в экран и не двигаю иногда. Так, ну что, пришло время деталей. Та-да-дам. Ой, ребята, вот кто из России? А напишите, пожалуйста, какое-нибудь коротенькое. Может быть, четверостишье, прям отрывочек небольшой, что-нибудь про Пасху, если кто-то знает.
я хочу добавить потом это сюда, и будет такой прям разворот пасхальный, праздничный, с каким-то, может быть, посланием. Давайте сделаем. Найдите, пожалуйста, кто-нибудь, кто не рисует сейчас и может отвлечься. Что-нибудь очень красивое, но прям коротенько, в 4 строчки буквально. Так, ну а я приступаю к деталям. И начну я с мордашки нашего кролика, замечательного, конечно же, потому что, в принципе, туловище особо трогать нет смысла, уши тоже не сильно там проработаю, прорисую. А вот здесь как раз-таки можно и поработать более детально, более тонкой кистью и более легкими оттенками. Плавненько прорисовать где-то шерсть, где-то пятно посильнее сделать, понасыщеннее. Такими легкими полутонами я немножко показываю, там, как распределяется, ну, короче, перепады плоскостей показываю. Можно не бояться где-то добавлять более контрастные, насыщенные линии, контуры, но помнить о том, что контур должен быть, ну, живой. То есть старайтесь, если вы будете такого плана что-то добавлять, старайтесь линию проводить не одинаково везде, а как-то ее немножечко все-таки где-то пожирнее, где-то потоньше. Можно, конечно, сделать прям контур полностью, но тогда это должно быть, ну, как бы прослеживаться как стилистика, да, то есть по всей работе. Если этого не сделать, тогда это будет смотреться очень нелепо. Вот, поэтому...
Ну, у меня там, конечно, у кролика вообще нету никаких бликов на фотографии, но я ему сделаю немножечко более живой взгляд. Такой, ну, у нас же все-таки кролик прям очень, очень милый. Надо из него сделать прям совсем милашку. Чтобы он всех покорил. Вот видите, буквально несколько деталей добавляешь, и оно начинает вырисовываться в какую-то более такую интересную картинку. Опять же, на контрасте. Сейчас, на контрасте жидких, таких очень водянистых пятен с четкими пятнами акварельными получается хорошо. Так, ну пока оставлю так, потом подсохнет, добавлю еще там немножко тени. Я вижу, что вы пишете про вот эти четыре стишия, я потом почитаю. Так, ну как-то так. Видите, раз и объем появился в этих пятнышках с цветами. Фу, какие цвета я использую. Мне проще все палитру перечислить. Я что-то даже не акцентировала сейчас внимание на том, какие цвета. Ну, для фона кролика, для шерсти, я брала гематит от Дэниел Смита. Можно заменить на оксид Блэк от Ван Гога. Добавляла туда охру, добавляла туда сиену жженую. Для глаза я использовала... Что это у меня, не помню. Марс, по-моему, коричневый. А, это Ван Дик. Ван Дик. И, по-моему, добавляла то ли фиолетовый, то ли ультрамарин. Зелень это фталогрин, сиена жженая. Уточка это охра и лимонная. Вот этот розоватый оттенок можно любым розоватым получить. Это тоже гематит. Ну, вроде бы и все, наверное. Здесь, может, еще оранжевый добавлял. Эти оттенки. Ну и розовые. Не знаю, у меня тут три оттенка розовых, и я тыкаю наугад. То есть я особо не выбираю, где какой у меня оттенок лучше подойдет. Ну, по крайней мере, в данном случае. То есть это может быть карминовая, может быть опера, может быть... Ой, что это у меня? Оу, блин, такой сложный вопрос, когда ты расслаблен и вообще не помнишь, что у тебя там за цвета, сидеть, вспоминать их, это как на калькуляторе, точнее, без калькулятора считать. Что же это у меня за розовый? Я не помню, какой у меня розовый.
У меня карминовый выдавлен и какой-то еще рядом розовый. Я все время забываю его название. Какой-то там. Какой-то стандартный розовый. И чуть-чуть здесь тоже можно добавить немного. Смотрите, здесь получается светлое такое пятно, подсохло уже, и пятно светлым стало, и там есть намек на лепестки. Вот можно с этим тоже поиграть и сделать немножко вот такое углубление, да, то есть задать тоновую часть, точнее, задать теневую часть вот этого бутона, то есть показать тень на лепестках. Ну и переходим к утенку. Знаете, еще тоже такая рекомендация. Не бойтесь добавлять чистые оттенки в некоторые моменты акцентами такими прям небольшими. Например, здесь, прям хочу вам показать, утенка. Вот тут можно поставить яркий оранжевый оттенок, прям буквально маленький мазок. И это позволит создать вот прям какую-то глубину, живое станет изображение. То есть вот прям взять чистый цвет и вот так мазнуть очень насыщенно. Слева вверху, добрый день, я добавлю четверостишье про Пасху. Но это, как бы, знаете, такое немножко... По-честному скажу, выход из положения, потому что я собиралась сделать только кролика. Я его нарисовала, решила добавить еще рядом утенка. Утенка нарисовала и поняла, что ну, куда-то дальше еще что-то придумывать мне как-то не очень хочется. Ну, то есть можно здесь еще дальше историю какую-то подумать. Я думаю еще о том, чтобы добавить вербу, но, наверное, я это сделаю уже не в эфире, а самостоятельно, потому что мне нужно будет прям сосредоточиться, чтобы понять, как лучше это сделать. Просто в эфире я всегда отвлекаюсь на, как бы, на разговоры, и немножко по-другому у меня работа строится, нежели я сама, когда рисую, да? Ну, как бы это очевидно. Вот, и чтобы это место не было пустым,
чтобы оно вот, ну, как бы смотрелось в принципе тоже уже законченным, я хочу добавить сюда текст. Вот я попросила, там выше написали четверостишья некоторые про Пасху, ну, то есть какое-то послание, поздравление с Пасхой. Вот я хочу его добавить, и, в принципе, эта работа, ну, можно сказать, будет закончена. Ну, как работа, да, вот этот скетч, набросок. Вот, а потом я хочу посидеть еще попробовать добавить простой карандаш, какие-то детали на фон за утенком, ну, то есть вот сюда, в эту часть, оставив при этом текст. Но это будет уже такое, не знаю, просто эксперимент, который, вот, который хочу попробовать сделать. Возможно, это будет неудачный эксперимент, не знаю. Посмотрим. Я потом обязательно выложу в Инстаграме и тот вариант, и вот типа доработанный вариант. Ну и посмотрим, что получится лучше. Ну что, тут как бы нужно всегда пробовать. Вот если есть какая-то идея, да, если мы не говорим о работе, которая у нас запланирована там для заказчика или еще что-то, да, вот, ну, более там серьезная какая-то, то, ну, если мы говорим о работе в скетчбуке просто для себя, даже если это в эфире, даже если как-то это, ну, вроде как для себя, но не только для себя, да, я рисую. Все равно эксперименты нужно проводить. Если есть какая-то идея, нужно попробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь, не поймешь, хорошая была идея или нет. Ну вот. Малыши готовы. Сейчас надо немного с глазами еще. Чуть-чуть добавить объем. Потом чуть-чуть наоборот надо будет убрать свет. В принципе, я могу, если хотите, дайте мне знать, я могу перейти на второй час и попробовать этот эксперимент с карандашами сделать вместе с вами. Как вы? Сейчас я прочту эти четверостишья, выберу какой-нибудь. Кролик и утенок, яйца да кулич. С Пасхой вас, родные, ваш Игнат Кузьмич. Класс. Вот вы знаете, у меня тут иностранцы пишут, что никак не могут понять слов. Мне правда так хочется, чтобы, не знаю, чтобы Инстаграм придумал автоматический перевод, там какие-то субтитры, еще что-то, чтобы это все грамотно работало. Это было бы просто мега круто. Очень часто я слышу от иностранцев, что они так хотят услышать и понять, и не могут. Пусть Пасха принесет добро, его так мало в нашем мире, пусть станет на душе тепло и будет всюду, как отныне. Праздник Пасхи — светлый, чистый день, когда Христос воскрес, радость солнышко чистым падается с небес. Каждый дал здоровье, он ушел, на этот раз дверь нам открыл, и тайны все небеса их раскрыл. Ого, сколько на кролика возложили.
Так, давайте, наверное... подождите. Хотим, хотим. Ой, это я уже новые пошла ответы читать. Карандаш всегда интересно посмотреть. Это хорошо. Так, давайте я выберу первый вариант. Самый первый. Он такой самый нейтральный. Вот, пусть Пасха это принесет добро, его так мало в нашем мире, пусть станет на душе тепло и будет всюду, как отныне. Тем более, это универсально и подходит под нашу нынешнюю ситуацию. Так, только нужно найти мне ручку. Сейчас, ребята, я немножко не в экране побуду, чтобы мне удобно было написать. Так, ну вот у нас получился такой прям книжный разворот. Смотри, а, вот оно в чем дело. Я же сейчас прохожу обучение по книжной иллюстрации. Вот тебе, пожалуйста, влияние. Все понятно. Все понятно. Думаешь, что ж такое? Что же за композиция такая получилась странная? Ну, все, вон оно в чем дело. Это все эти книжники. Так, ну, второй час, значит, второй час. Давайте тогда я отключаюсь. Сейчас сфотографирую в таком виде и потом вернусь к вам.